Единовременную помощь в размере 6 тысяч рублей окажут жителям Хабаровского края. Граждане трудоспособного возраста и потерявшим работу или доход вследствие ограничения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края получат единовременную выплату. Так тоже относятся к этой категории. Это граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Хабаровского края, находящиеся с 26 марта в трудовых отношениях с организациями, деятельность которых приостановлена. Если гражданин находится в отпуске без сохранения заработной платы, уволившиеся по собственному желанию, а также физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, на территории края деятельность которых приостановлена. Право на единовременную выплату имеют граждане, которым не предоставляются социальные выплаты, гарантии и пенсии. Для получения единовременной помощи необходимо подать заявление в краевые государственные учреждения. Это центры социальной поддержки населения по месту жительства. Какие документы необходимо собрать? Копию документа, удостоверяющих личность заявителя. Трудовую книжку в случае увольнения. Приказ работодателя о нахождении работника в отпуске без сохранения заработной платы. Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Подать заявление можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг услуги27.ру на адрес электронной почты центра, а также почтовым отделением. Документы можно направить в центр до 15 мая 2020 года.